Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня Валерий Сахащик, представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и национальной безопасности. Валерий, приветствую вас. Всем доброго дня. Валерий, начну я с визита президента Зеленского в Вашингтон, предоставления Патриот и другого вооружения. На ваш взгляд, как это изменит ход войны? Ну, мы же понимаем, что повышение оснащенности украинской армии сильно влияет на ход событий. И по моей личной оценке, на сегодняшний день единственное, чего не хватает вооруженным силам Украины, это технического оснащения, надлежащего, современного. С боевым духом все в порядке, со всем остальным все в порядке. Вот немножко нужно добавить вооружения, техники, боеприпасов. И я думаю, что перелом, несомненно, произойдет. По предоставлению оборонительного вооружения уже много сказано. Те же Патриот. Остался вопрос только в их количестве сейчас. Относительно вооружения для атаки. Чего Украине не хватает и что могли бы предоставить нам, помочь с этим наши западные партнеры. Может быть, по какой-то причине еще не предоставили, но могут предоставить в ближайшее время. Ну, я думаю, что существует какой-то психологический барьер для западных партнеров в плане того, что они боятся там злить Россию, что-то такое. Но, мне кажется, уже должны все понять, что руководство России недоговороспособно. И должен быть равный разговор. Если Россия нарушает все правила ведения войны, если Россия бесконечно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры, по мирным домам, по кварталам жилых домов, то, наверное, не получится с ними нормально договориться. И, конечно же, нужно иметь возможность отвечать. И только это сможет как-то изменить ход событий. Такие люди, как Путин, они не понимают ничего, кроме грубой физической силы. Как это ни печально, понимать такое для лидера большого государства, но, к сожалению, это так. Поэтому, как только у Украины появится возможность адекватно отвечать на все действия России, я думаю, что очень быстро ход событий начнет меняться. Вот как раз о применении силы и потерях российской армии. Россия в захватнической войне против Украины потеряла уже более 100 тысяч военных, а именно 100 400, так отчитался Генштаб Вооруженных сил Украины, а также более 3 тысяч танков и 283 самолета. Мы понимаем, что для Путина количество погибших не имеет значения, поскольку людей он там не считает, и человеческая жизнь для него ценности не имеет. Но для самих россиян, на ваш взгляд, есть какое-то критическое количество погибших, когда они поймут, что надо что-то предпринимать? Что это может быть? 300 тысяч, 500 тысяч? Критическое количество, несомненно, существует. Я не знаю, сколько это должно быть, какое количество семей это непосредственно должно коснуться, чтобы возникло какое-то массовое понимание, что все пошло совсем не туда. Но мы должны понимать, что абсолютное большинство россиян никогда не было за границей. Абсолютное большинство россиян не встречается нигде со свободной прессой. Они живут в своем информационном пузыре, который дает им телевизор российский, и все. А там все преподносится совершенно по-другому. Там никто не называет цифры реальных потерь. Там никто не рассказывает о реальном ходе событий. Находятся какие-то поводы для маленьких победок, которые обыгрывают и вбивают в мозги россиянам, что все равно мы сильнее, все равно мы победим, все идет по плану, все будет хорошо. И, к сожалению, это так. О визите Путина в Минск хочу вас спросить. Более 3 лет не был он в столице Беларуси. И тут вдруг приехал с визитом. До этого Александр Григорович ездил в Москву и другие российские города, куда его приглашал Путин. А несколько недель назад был визит Шойгу, министра обороны, в Минск. И вот произошел визит уже совместный. И Путин с Шойгу встречался с министром обороны Беларуси Лукашенко. Для чего был этот визит, на ваш взгляд? Я точно понимаю, уверен, что не для подписания каких-то второстепенных документов, которые не влияют сильно на ход событий, ход войны. Не поехал бы для этого Путин. И вообще я давно уже воспринимаю слова
вот этих политиков, если можно их так назвать, просто как туман, который напускается, чтобы ввести в заблуждение людей. Ну, очень давно не говорится правда. Я пытаюсь судить по реальным делам, реальным событиям. А дела таковы, что Беларусь предоставила свою территорию целиком вооруженным силам России. Беларусь оказывает огромную помощь в подготовке российских мобилизованных. Беларусь сама приводит свои вооруженные силы в более высокие степени готовности, производит доукомплектование, проведено несколько учений по мобилизации, и каждое из этих учений повышает степень готовности. И более того, я знаю, что, например, Путин инвестировал очень большие деньги, я там слышал о 1,5 миллиардах долларов, в частную военную компанию Guard Service в Беларуси. Туда набрано, подписаны контракты с очень большим количеством людей, которые служили ранее офицерами, прапорщиками, контрактниками, солдатами, сержантами в силах специальных операций Беларуси. И, ну, я не думаю, что кто-то инвестировал бы столь большие деньги, если бы не имели планов это применить и вернуть инвестиции. Поэтому, к сожалению, ну, я думаю, что наиболее вероятен какой-то сценарий нехороший. Правильно ли я понимаю, что если армия Лукашенко вот в юридическом понимании не принимает сейчас участие, не собирается, по крайней мере, об этом заявлено, в войне против Украины, то частная военная компания, которая состоит из профессиональных белорусских военных за деньги, по аналогии с ЧВК «Вагнер», будет воевать против Украины за деньги Путина? Ну, риск такой есть. Вообще, все-таки я, ну, я убежден, что Беларусь по полному праву может считаться оккупированной территорией. Есть все признаки этого. Руководство страны ничего не делает в интересах страны. Руководство страны все делает в интересах России и представляет интересы России реально. Ну и я думаю, что уже далеко не на все и влияет руководство Беларуси. И белорусский народ вообще ни на что не влияет уже на сегодняшний день. Ну, это вполне объективно можно сказать. Я понимаю чувства украинцев, которые обижены на белорусов, потому что с территории Беларуси летят ракеты и летят беспилотники, но с другой стороны точно так же летят из Крыма ракеты и беспилотники, и украинцы не обижаются на своих сограждан, которые живут в Крыму. Ну, мне кажется, ситуация где-то в чем-то похожа. И, ну да, я ожидаю, что может произойти как минимум удар частной военной компании, ну, как максимум участие какой-то части вооруженных сил белорусских, но нужно понимать, что, чтобы это стало возможным, проведем огромный комплекс мероприятий, начиная с пропаганды, заканчивая принуждением, устрашением людей. По вашей информации, из ваших источников, вот эта белорусская ЧВК, каким кадровым потенциалом может обладать? Ну, я думаю, что на сегодняшний день это, ну, несколько тысяч сотрудников. Не знаю точно сколько, у меня нет таких инсайдов. Думаю, что много. Судя по тому, у меня ко мне приходят какие-то... какая-то информация, на каких полигонах они, в каких количествах занимаются, какое количество офицеров сил специальных операций задействовано в их подготовке, какое количество собственных инструкторов гардсервиса. Ну, речь идет о большом количестве людей. Угу. 3 недели назад вы сообщили, мы договорились с украинскими властями, что будет создана отдельная воинская часть для белорусов, которые воюют за Украину. Мы сформировали новую воинскую часть, комплектуемую задачей в первую очередь защита Украины от агрессии. Вместе с тем мы хотели бы остудить горячие головы в Беларуси, которые, я полагаю, планируют участие в агрессии. Очень хотелось бы, чтобы до этого не дошло. На каком этапе сейчас ведется работа? Сейчас на этапе комплектования часть находится. Мы можем говорить, как много сейчас белорусов воюет против армии Путина? Если честно, я не хотел бы называть цифры. Ну, цифры много людей публиковали. Дело в том, что любая информация, вышедшая
в медиапространство приводит к тому, что родственников, друзей этих людей начинают разыскивать в Белоруссии, репрессировать и так далее, и так далее. Мне кажется, чем меньше там будут знать об этом, тем лучше. О настроениях внутри самой Беларуси мы понимаем, что нельзя проводить никакие социсследования, ну, точнее, проводить можно, доверять их результатам не особо, когда диктаторский режим запугивает население. Тем не менее, вот из ваших источников, если начнутся какие-то протестные настроения, каков потенциал? Много ли людей, которые сейчас, может, публично декларируют там, по ходу своей деятельности, что они согласны с режимом, но в нужный момент они примут активное участие в, например, свержении режима Лукашенко? Ну, смотрите, есть какие-то усредненные показатели общемировые о том, какой процент людей может принимать активное участие в протестах из общей численности взрослого населения. Ну, из того, что я читал, это было один из пяти или один из десяти, в зависимости там, от опасности, рисков, жесткости режима там, и так далее. Я думаю, что в Белоруссии применимо больше вот этот, больший показатель. В 2020 году вышло более миллиона людей. Я был в Бресте, ну, на моих глазах все происходило. В Бресте более 30 тысяч людей одновременно выходило. Даже если один из пяти, то это получается почти все взрослое население города Бреста. И я видел, вот мы шли маршами по городу Бресту, мы там ходили по 15-20 километров по городу, почти 100% автомобилей, которые двигались во встречном или попутном направлении, приветствовали, почти 100% граждан, которые находились на тротуарах, на балконах, приветствовали. А даже я встречался с многими случаями, когда, например, подходил ко мне какой-нибудь там большой чиновник или какой-нибудь там управляющий банка, который, ну, подходит и говорит: «Валера, ну, ты же понимаешь, я выйти не могу, но вы молодцы, спасибо», и все такое. И очень много даже чиновников точно так же подходили, говорили, выражали свою поддержку. То есть я уверен, что в 2020 году подавляющее большинство жителей Беларуси хотело перемен. За это время что изменилось? Да, уничтожили все свободные средства массовой информации. Да, Лукашенко показал, что у него монополия на грубую силу, и он устрашил кого-то. Но никто из людей, который был за перемены в 2020 году, не стал любить Лукашенко. Да, люди запуганы, да, люди устрашены, да, какое-то количество людей уехало за границу, но репрессии продолжаются. Все новых и новых людей незаконно карают, соответственно, они сами, их родственники, их друзья пополняют ряды людей, которые не хотят, чтобы было по-старому. Будет сильно зависеть от того, какой уровень безопасности будет. Все-таки большинство людей готовы выходить, если понимают, что в них не будут стрелять. Ну, либо есть возможность ответить. Если такая ситуация возникнет, то я думаю, что абсолютно подавляющее большинство граждан Беларуси будут участвовать в таких явлениях. Обращаюсь к зрителям сейчас. Если вы смотрите нас на портале «Фабрика Новин», пожалуйста, перейдите в описание, найдите ссылку на мой персональный YouTube, подпишитесь, пожалуйста. Также там будет ссылка на ресурсы переходного кабинета Беларуси. Также попрошу вас перейти и подписаться. Валерий, мы видим, как меняется риторика российских пропагандистов, начиная с февраля 2022 года. Вот сейчас до декабря. Меняется она кардинально. Как и что говорят в эфире пропагандистских белорусских каналов? Ну, во-первых, белорусские пропагандистские каналы практически полностью повторяют все нарративы российских, своих старших братьев, как они их называют, и потихонечку склоняют мировоззрение белорусов к тому, что кругом враги, вот, все нам угрожают, все хотят на нас напасть, включая Украину. Вот, Украине не спится, все они вот жаждут захватить территорию Беларуси зачем-то. А вот единственный союзник, на который мы можем рассчитывать, это Россия. Ну и это по капельке, ежедневно, с утра до вечера вкладывается в головы людям. Ну, придумываются разные подлые вещи, ну там, начиная с того, что меня назвали предателем, там, всех людей, которые уехали за границу, там,
обзывают позорными всякими словами, типа там беглые и так далее. Хотя, ну, я точно не изменял своей родине, никогда, никогда не сотрудничал ни с одной спецслужбой мира и не получал ни одной копейки, ни от кого вообще. Все, что я имею, заработано моими руками и головой. И точно так же люди, все люди, с которыми я контактирую. Но ежедневно все это вкладывается в головы граждан Беларуси, что все, кто против Лукашенко, это предатели, изменники и так далее. Ну, какой-то эффект это, наверное, имеет. Уделяют большое внимание компрометации людей. Если невозможно найти чего-то реального, то придумывают. Ну, я это вижу сплошь и рядом. Так же, как про меня придумали, что якобы там польские спецслужбы защемили мне какую-то часть тела в двери, сказали, отберем у тебя бизнес, поэтому вот обращайся там, чтобы не вступали в войну белорусские вооруженные силы. Ну, люди не понимают, что вот эти вот вещи, о которых они говорят, возможны только в тоталитарных странах. Я, например, сейчас я сужусь с Федеративной Республикой Германии за то, что моим работникам не выдали рабочие визы. Нормально, спокойно, я подал в суд на Германию, и я предполагаю, что я этот суд выиграю. Люди не понимают вообще, что здесь все по-другому. Ну, так не работает, как в Беларуси, когда можно отобрать любой бизнес, там, любого человека посадить за решетку просто так, потому что он не нравится. Ну, я думаю, вопрос времени, вот, все станет на свои места. Я думаю, может, самый внимательный наш зритель сейчас услышал. У меня сработала звуковая сигнализация. Это говорит о том, что воздушная тревога началась в Киеве и в области. Бьют по объектам критической инфраструктуры россияне, то ракетами, то шахедами, дронами камикадзе. Валерий, на ваш взгляд, какая цель Путина вот именно такие атаки, когда он воюет не против вооруженных сил Украины, а воюют против гражданского населения, против критической инфраструктуры? Мне кажется, он до сих пор не осознал, что происходит реально в украинском обществе. Он до конца не может понять, что невозможен сценарий, когда люди выступят против своего руководства. Ну и он хочет всех запугать и как-то заставить сделать так, чтобы люди сказали, все, не хотим больше воевать. У нее нет, я так понимаю, источников информации в Украине, которые доносили бы ему реальную картину, что все это, наоборот, сплачивает нацию и еще больше порождает ненависть к агрессору и желание быстрее с этим покончить любыми способами. Никакого другого варианта не может быть. Никогда украинцы не выйдут и не скажут, все, не надо больше нас стрелять, мы готовы отдать полстраны, мы готовы стать рабами, мы готовы потерять свободу, а ему почему-то кажется, что это возможно. Как-то судит по себе, наверное. Валерий, по поводу возможной атаки с севера, все-таки хочется еще раз проговорить, неоднократно об этом и в эфирах, и эксперты, и Валерий Залужный в интервью The Economist сказал, что он не исключает, точнее, скорее ожидает волны, второй очередной волны эскалации военных действий в феврале месяце, а то, может, и в конце января, в том числе с северного направления, а также сказал, не исключаю и южное, сказал главнокомандующий Залужный. Что вы скажете, какие риски, чего ожидать Украине вот в зимние месяцы? Я полностью согласен с главнокомандующим вооруженных сил Украины. Я считаю, что риски высоки. Я считаю, что сейчас задача всех разумных, вменяемых людей, которые мыслят по-государственному, являются патриотами Беларуси, думают о будущем, сделать все, чтобы этого не случилось. Потому что, ну, пока не произошло этого, мы можем как-то разговаривать с украинцами, со всем мировым сообществом, с цивилизованными странами. Если это произойдет, ну, это будет обрушение, конечно, нашего мира. И последствия будут катастрофичными. К сожалению, вероятность такая есть. Очень много сделано уже, чтобы приблизиться к этому. Я говорю о практических действиях, а не словах. Угу. Мы помним, как в начале полномасштабного вторжения, в феврале, марте, апреле, работали белорусские партизаны, взрывали железную дорогу для вот, уничтожения ЖД-путей. Продолжается ли эта активность сейчас? Ну, сейчас мы не видим проявления такой активности. Я предполагаю, что если начнет создаваться ударная группировка, российская, либо российско-белорусская, у границ с Украиной,
то такие вещи опять начнутся, потому что ну, в Беларуси много людей, которые нормально мыслят и понимают, и люди даже готовы жертвовать своей жизнью, чтобы предотвратить катастрофу для всей страны. Валерий, спасибо вам большое за содержательный конструктивный разговор. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Да, и зрителям тоже большое спасибо. Ссылку вы найдете в описании, пожалуйста, под этим видео. И, конечно же, берегите себя и близких. До встречи. Слава Украине! Живи Беларусь! Героям слава! Живи Беларусь!